Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 60, nie wiem, 6 tam odcinku Pograjmy Returnik 2.0 wersja angielska Auto Translate. Dowiedziałem się, że to nie jest tak, że jakiś troll mnie zaatakował i minusuje mi filmy, bo coś mu zrobiłem. Okazało się, że grupa hakerska Anonymous stwierdziła, że nie lubi Gotika i zaczęli wspólnie prowadzić akcje, w których minusują filmy o Gotiku, nie tylko moje. Mam nadzieję, że ta informacja do Was dotarła i coś z nią zrobicie. Mam nadzieję, że znajdzie się grupa polskich Anonymous, która stanie po stronie Gotika. Amen. Pogadajmy z Melchiorem. Что ты тут делаешь? Что, я? Не твоего ума дело. Какого черта тебе от меня надо? Иди отсюда, во куда шел. Ну, что уставился? Давай проваливай. А разве ты не должен быть на посту? Загадаем еще раз. Опять ты! Ты действуешь мне на нервы! Проваливай к Беляру и не мешай мне здесь пить. Или я тебя сам отучу от таких вещей. Понял? Да ты пьян как сапожник. Интересно, что на это скажет лорд Хаген? Что? Ты еще будешь мне угрожать? Да плевал я на мнение всяких там хагенов с высокой колокольни. А вот ты, кретин, меня не послушал. Так что сейчас я тебе покажу, как со мной связываться. No, Melchior nas próbował zaatakować, był pijany jak Bela, więc mu się to nie udało. Zabierzmy mu ekwipunek. Только еще попробуй. Хорошо, ты Есть победил. рыцаря. Чего ты хочешь? Ты недостоин быть паладином. Своим поведением ты позоришь весь орден. Думаю, мне все-таки стоит поговорить с лордом Хагеном. Что? Нет, не надо. Прошу тебя, не делай этого, только не это. И почему же я не должен этого делать? Ты не представляешь, каково это быть изгнанным из ордена. После этого моя жизнь станет просто невыносимой. Все кругом начнут презирать меня. Это лишь только малая часть тех бедствий, которые меня ожидают. Если хочешь, я даже могу дать тебе денег. Много денег. Мне нужна Потребую информация. певних информаций. Конечно. И что ты хочешь знать? Меня интересует судьба одного амулета. Насколько мне известно, последнее время он находился у паладинов. Амулет называется Трирамар. Ты что-нибудь слышал о такой вещице? Трирамар? Ну да, я слышал о нем. Но я не могу тебе рассказать. Это священная тайна. А ну выкладывай все, что знаешь о нем, пока я не нанес визит вежливости лорду Хагену. Ладно, я расскажу тебе все, что мне известно. Эх, я знаю, что этот амулет хранят на острове Итлу. Это островок на юге материка, точнее не могу сказать. Ладно, скажи, как туда можно добраться, на этот остров? Я случайно подслушал, как лорд Хаген заказывал магам из монастыря нащупать портал на Этлу. Знаю, что у них получилось. И знаю, что ключ к порталу хранится у самого Хагена. Зачем тебе все то, что ты у меня сейчас выпытал? Pytajemy drugą opcję, by w przypadku pierwszej Melchior będzie nas próbował zabić i my będziemy musieli go zabić wtedy, więc to się Powyższaj nie ma уровень sensu chłopa своего zabijać, więc. интеллекта. Да не нервничай так. Просто слышал про него и захотел узнать побольше. Вот и все.
А то мне показалось. Когда кажется, надо Инносу молиться. Бывай, солдат. Ага. И тебе счастливо. Dobrze, poznaliśmy właśnie Melchiora, paladyna, który jak widać nie może się powstrzymać od picia, spożywania alkoholu. Prowokując go do walki, wyciągnęliśmy od niego ostatecznie informacje na temat amuletu Tiramar. Otóż przebywa on aktualnie na wyspie Etlu, która znajduje się na wschód od kontynentu. Żeby się tam dostać, będzie trzeba skorzystać z teleportu, który jest gdzieś ponoć ukryty na wyspie. I do portalu ma klucz Lord Hagen. No to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć i co ja się dowiedziałem tak na oko. Jak widzicie, gramy tutaj sobie na teksturach Złotika 2, żeby nam nie wywalało. Pogadajmy z Sardasem. Ja uznał, gdzie paladiny prячą amulet Tiramar. I gdzieże? Na ostrowie Etlu. Etlu? Да, они его хорошенько припрятали. Я также узнал и как попасть туда. Здесь, в Харинисе, есть магический портал, который прямиком ведет на этот остров. Портал? Откуда он здесь взялся? Его построили паладины. Да, ха-ха, ирония судьбы. Тогда тебе осталось только найти этот портал. Но, как я уже говорил... Паладины на острове не обрадуются твоему визиту. Это запретная зона. И всякого, кто осмелится нарушить это правило и заявиться туда без приглашения, ожидает только одно. Прежде чем туда отправляться, хорошенько подготовься. Тебя ожидает тяжелый бой. Паладины будут стоять насмерть, защищая этот артефакт. И не смей надевать этот амулет. У тебя просто не хватит сил сопротивляться его мощи. И еще один вопрос. И какой же? Неужели нет другого способа заполучить у паладинов этот амулет? Как я уже сказал, мне это неведомо. Однако на твоем месте я бы попробовал попросить помощи у самого хозяина амулета. Ты имеешь в виду Белиара? Именно. Обратись к нему с молитвой. И, возможно, у тебя появится шанс. Я попробую. Dobrze, Xardas, dowiadując się o wyspie Etlu, mówi nam, że jest to bardzo dobra kryjówka, jednak paladyni sami sobie zaszkodzili, budując ten portal, z którego bezimienny zapewne skorzysta. Jednak Xardas ostrzega nas jednocześnie, że Etlu to typowa placówka militarna i kto wejdzie tam bez pozwolenia, zostanie automatycznie zaatakowany, więc będzie czeka nas ciężka walka. Pytając się jednak go o to, czy jest jakiś sposób na uniknięcie tej walki, radzi się nam dopytać o to samego właściciela amuletu, czyli Beliara, i w tym celu mamy się pomodlić po prostu przed kaplicą. Jednocześnie wyrzucam szpon Beliara, żebyście wiedzieli, gdyż, a w sumie pokażę wam to, gdyż w przypadku złożenia jakiejkolwiek modlitwy Beliar. Lub porozmawiania z kimś w obecności szponu Beliara, pojawią się nam sługi Seniaka, chyba że się coś tutaj zmieniło, ale wątpię. No tak jak myślałem. No i tutaj istota, która się zostaje przywołana czy coś, daje nam ofertę, że albo nas oszczędzi i zabierze szpon, albo będziemy próbowali walki. No ale no wiadomo, my próbujemy walki. Еще одним монстром стало меньше.
Там ничего no нет. Mam w ogóle jakiś ekwipunek? Nic właśnie, dlatego nie dość, że nie ma doświadczenia, bo to wam gwarantuje, że nie ma za to doświadczenia. Bo tak było w returningu 1-1 i na pewno by te kwestie nie zmienili 2-0. To jeszcze nie ma żadnego ekwipunku, więc po prostu walki z tymi demonami są bez sensu. Wyrzućmy zatem ten szpon. Teraz gdzie on jest? Czy już go wyrzuciłem? Aha, już go wyrzuciłem, no dobra. Teraz się pomodlimy i... Pomódź się i poproś o pomoc. Belmiarze Wszechpotężny, Władco Ciemności. Za szybko znika, no jasny gwint. Trudno. Jak widać, pojawił nam się sługa. Co? Kto ty? Мое имя Зигас, и я тот, кого прислал мой господин, дабы помочь тебе. Или ты не просил о помощи, молясь перед его алтарем? Так тебя прислал сам Миллиар. Ты догадлив, Смерт. Хозяин знает о твоих намерениях завладеть амулетом, что так рядом хранят паладины Инноса. И готов тебе подсказать путь, способный вернуть этот утраченный артефакт. Слушай меня внимательно, смертный. Много веков назад мой господин избрал себе слугу среди смертных, даруя ему способность принимать облик любого человека, выбранного им по своему желанию. Его звали Фелангор. Хозяин возжелал, чтобы его избранник запятнал доброе имя паладинов и магов огня, творя ужасные злодеяния в их обличии. Но, как и все смертные, тот не справился со столь чудесным даром. Его разум оказался слишком слаб, чтобы совладать с дарованной ему силой. Совсем обезумев, этот ничтожный червь забыл свое истинное предназначение и перестал служить темному богу. С тех пор он блуждает по миру, принимая обличия разных людей. А моя роль в этом какая? А разве ты еще не понял? Будь ты на месте того безумца, то мог бы легко обмануть паладинов, охраняющих амулет Триромар, затуманив им взор. Правда, для этого тебе бы пришлось найти человека, которому они доверяют. Но наверняка для тебя это не станет большой проблемой. То есть ты хочешь сказать, что Белиар тоже может даровать мне способность менять свой облик? Он позволит тебе один раз воспользоваться его даром. И, естественно, только после того, как ты окажешь ему одну небольшую услугу. Ты согласен? Да. Что ж, тогда для начала, вот, возьми эту вещь. Это магический амулет? Да, именно так. Правда, сейчас, как ты видишь, в нем нет и намека на его магические свойства. Тебе следует найти того безумца, который когда-то поклялся в верности моему хозяину. Найти и убить его. Судя по тому, что ты рассказал, этот человек может быть кем угодно. Просто произнеси слова. Аркбелиар Номен Сакт Дагархар. И используй на нем магию полученного тобой амулета. Правда, я боюсь, что его мощь навряд ли сможет полностью лишить твоего будущего врага жизненной силы, ибо он довольно могущественен. Просто убить его у тебя не получится. Теперь иди, а после ты получишь свою награду. Как помощь, о которой просил моего господина. Что означают слова «Аркбелиар Номан Сагдагархар»? На древнем языке тьмы они означают «Во имя Белиара
повелителя тьмы и властелина сил зла, верни силу Бога своего и уплати назначенную цену. Gdzie on idzie? Aha, dobra. Właśnie poznaliśmy Zygosa, poszukiwacza, chociaż jeszcze to jego nazwa nie, on się jeszcze nie przedstawił jako poszukiwać, bo tego oczywiście nie wiemy na ten etap gry. Ja. Którego wysłał sam Beliard do pomocy nam. Zygos otóż zaproponował nam możliwość przybrania postaci, która byłaby przyjazna paladynom i z pewnością by jej nie zaatakowali. Mówiąc o tym, zaczął historię o pewnym potężnym słudze Beliara, który otrzymując taki dar od Boga Ciemności, pod postacią paladynów i magów ognia popełniać okropne czyny, w końcu stracił zdrowy rozsądek i odwrócił się od Boga Ciemności. Zygos powiedział, że zaoferuje nam możliwość transformacji chyba jednorazowej, pod warunkiem, że to będzie nowe zadanie, tylko pod warunkiem, że zabijemy tego Felangora, tak się nazywał ten sługa i tak dalej. Pogadajmy z Ufem, bo widać, że jest nowa opcja rogowa. Даже не спрашивай. Дело в том, что я потерял свое кольцо. Оно было очень дорого мне, поскольку досталось от моего отца. Как же ты его потерял? Понимаешь, когда я шел по дороге из города в монастырь, недалеко от моста, что рядом с фермой Акила, на меня напали бандиты. Эти ублюдки пытались убить меня. Но я, не будь глупцом, сломя голову, бросился от них в лес, который находился неподалеку. Я бежал от них, сломя голову, совершенно не понимая, куда я бегу. А потом обнаружил, что оно пропало. Возможно, я обронил его как раз в том лесу, но туда я больше и шагу не сделаю. Мне моя жизнь дороже. Я что-нибудь придумаю. Прошу тебя, найди его. Я был бы тебе крайне признателен за это. Кто это я? Эй! Эй, парень! Хочешь подраться? Что ты имеешь в виду? То, что ты можешь неплохо заработать, если умеешь хорошо работать кулаками. Видишь тех парней? Так вот, это лучшие бойцы Хариниса. Если сможешь победить кого-нибудь из них, заработаешь огромную кучу золота. Звучит неплохо. Еще бы. Однако у нас есть одно правило. Тот, кто хочет драться, сначала должен заплатить небольшой денежный взнос. Победивший в драке забирает обе ставки. Но проигравший остается ни с чем. И сколько я должен внести? Всего-навсего 100 золотых монет. Так что подумай хорошенько, прежде чем выйти на бой. Добрый, появился тут нам новый NPC о имени Марбах, который запропоновал нам możliwość walki na pięści. Jednak będzie trzeba zapłacić 100 sztuk złota za walkę. Poczekajcie, chciałbym też obczaić postacie, bo nie kojarzę, żeby one tutaj wcześniej były. Zostaw mnie w spokoju. Aha, zostaw mnie w spokoju, dobrze. Spróbujemy tej walki na pięści, co wy na to? Całkiem nie spodziewałem się tego. Było to w ogóle na początku? Chyba nie. Więc ja chcę drać. Хорошо, но сперва заплати денежный взнос. Вот, держи. Отлично. Тогда выбирай, с кем ты хочешь драться. Teraz mamy do wyboru
Я хочу драться с Куртом по прозвищу «Железный кулак». Хорошо. Тогда пока вы не начали, я вкратце объясню тебе правила. Во-первых, перед боем обязательно поприветствуй своего противника. У нас так принято. Во-вторых, в бою можно использовать только свои кулаки. Если обнажишь свое оружие или используешь какую-нибудь магию, то бой для тебя будет окончен. Причем навсегда. Ну и последнее. Вы сражаетесь в пределах этой части таверны. Ступишь дальше и считаешь, что ты проиграл поединок. Тебе все ясно? Яснее не бывает. Отлично! Тогда выходи на ринг. Чего-то как раз то, что нужно. Эй, ты! Ну подожди, сукин сын. Прикончи его! Задай! Плохо! Какая жестокость! Вау! Ты действительно веришь в это? Это не мое. Я теперь даже не знаю. Добже, удало нам себе поконать первого чистника вальца. Поздравляю с победой, приятель! Вот, возьми свои деньги! На кости, на Ciekawe. Pogasrujmy z kimś jeszcze teraz. Хорошо. Я хочу драться с Градоном. Teraz zajmiemy się może tym Gradonem. Dobra. Gadajmy z nim. Coś tam się ten Kurt tam zbudował. Tam ничего нет. Поздравляю с победой, приятель! Вот! Никто даже внимания не обратил! Добра, поконайзьмы другого, но на разе фоне то уйде. Я... Хорошо. Конечно. Я хочу... Отлично. Говорить. Если все будет по-другому... Конечно, тебе легко... Ну подожди. О, kurde, ale mi dowalił. To było słabe. Ej! Я хорош. Я сам еще не доставала. Отлично. Подожди минутку. Ой, да прекрати. Ну подожди. Это плохой бизнес. О, бог мой, драка. Как он ему дал? Какая жестокость. Удалось, но файне. Поздравляю, вот. Брат, раз улечьмы себе, бо стратили споро ХП. Oczywiście zapomnieliśmy kupić jakiekolwiek mikstury lecznicze na chwilę obecną, ale nie szkodzi. Od czego są zwoje lecznicze, prawda, przyjaciele? Tutaj, piąteczka, wchodzimy, leczymy się. No i świetnie. Zapiszmy. Ej, ty! I teraz ostatnia walka. Ja chcę draca z bramą. Отлично! Ja bym zdał po-drugą. Сейчас ты получишь. Ты проиграл. Ах. Пешек. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Niepotrzebnie się wtedy cofnąłem, czy coś takiego zrobiłem. Ale to się da przeżyć. No raczej tutaj pięściarstwo nie jest jakieś wybitne, no to coś w stylu Wiedźmina 2 by mi bardziej odpowiadało, ale to raczej niemożliwe. To mi bardziej przypomina takie pięściarstwo, jakie na przykład jest w Skyrimie. Tam ничего нет. Świetnie. Поздравляю с победой, приятель!
Вот, возьми свои деньги. Я хочу драться. Ты уже всех побил тут. Больше всего никто не хочет драться. Dobrze, więc za wygraną z tymi zawodnikami dostaliśmy 5 punktów siły. Bardzo się nam to odpłacało, jak zapewne się domyślacie. Teraz co do Ulfa. Otóż Ulf poskarżył nam się, że jego pierścień zaginął podczas potyczki z bandytami, przed którymi tak naprawdę uciekał. O ile jego pozycja nie została zmieniona tego pierścienia, powinniśmy go znaleźć w drodze do tych jaszczurów i tak dalej, gdzie później znaleźliśmy Ragnara. Przy okazji możemy też sprawdzić, co u niego słychać. Tutaj gdzieś tu się szło, nie? Tutaj bardziej. No i tutaj właśnie ten pierścień gdzieś leżał, ale z tego, co czytałem, to ponoć jego lokacja mimo wszystko została zmieniona, więc nie potwierdzę, czy to jest prawda, czy nie. A, tą ścieżką dodatkowo się szło, nie tamtą. Nic nie widać, z kolei ponoć mówili, że to właśnie tak bardziej przy cmentarzu znajdujemy ten dokładnie na cmentarzu znajdziemy ten pierścień, ale nic nie widzę, żeby się tutaj świeciło ani nic. Ja myślę, że jak choćby głupio nie próbowali ukryć tego pierścienia, więc no nie wiem. Zobaczymy za chwilę, ponieważ najpierw pójdziemy zobaczyć, co tam u tego Ragnara nam słychać. No widać, w końcu opuścił to miejsce. Może gdzieś siedzi w mieście, nie wiadomo. Zobaczymy. Później się przejdziemy. Na razie poszukajmy tego pierścienia. No nie wiem jak wy, ale ja tutaj nic nie widzę, bo najwyżej przyjrzymy się solucji i w następnym odcinku znajdziemy ten pierścień. Aha, no i co jeszcze, wracając do tego Falangora, co bym chciał jeszcze dodać? Strasznie dziwne jest to, jak nie wyjaśniono, a co dokładnie ten Falangor miał w ogóle robić na tej wyspie Korinis? Może być każdy, mógł wypłynąć w każdej chwili, albo w ogóle nawet nie być z Korinis. Co on by tu miał w ogóle robić? To jest w ogóle nieuzasadnione, co on robi na tej wyspie i twórcy znowu to pominęli. Trzeba było powiedzieć, że Beliar ograniczył jego ruchy, sprawiając, że na przykład nie może się poruszać poza obrębem wyspy, więc to by było wiele ciekawsze niż to, tylko to, że no może przyjąć każdy kształt, więc trzeba uważać, nie twój przyjaciel nie jest czasem twoim wrogiem i tak dalej. No niby nie jest to złe, ale też wymagało dopracowania. No i Felan, no właśnie, spotkaliśmy tutaj Felana. No jakby ktoś nie wiedział, spoiler alert, to będzie właśnie ten Felangor. Oczywiście zakładamy tutaj sobie pierścień, znaczy ten amulet śmieszny. Что ты здесь делаешь? Погадай. Не мешай мне. Не видишь, я пытаюсь починить эту сгоревшую хибару. Я решил поселиться в ней. Харинис мне чертовски надоел, а тут все так красиво, тихо и спокойно. А ты не боишься, что тебя здесь съедят волки? Хватит. Оставь меня в покое. Dobra, poznaliśmy właśnie, spotkaliśmy tutaj Felana, który twierdzi, że musi zreperować tą chatę, ponieważ tutaj jest po prostu, podobało mu się to miejsce, jest ciche, spokojnie i lepsze od Korinis. Pytajmy się dalej, naprawdę chcesz tutaj zostać? Конечно. Разве ты еще не заметил, как здесь красиво? Но что может быть красивого в куче обгорелых деревяшек? Ты просто глупец, если этого не понимаешь. Это самое прекрасное место, которое я когда-либо встречал. Эй! Постой. Тут ну и еще пытаем одно еще дело. Раз. Опять ты? Зачекай. Что тебе от меня нужно?
Просто я думаю, что ты именно тот человек, которого я ищу. Ну что опять? Ну и теперь повем это секвенции от Зигоса. Вау! Архбелиар Номен Сагдагархар. Что ты наделал, жалкий человек? Ты раскрыл мою тайну. Так значит, ты и есть тот избранный, что когда-то служил Белиару, но потом обезумел и отверг своего господина? Да, это я. Я догадываюсь, зачем ты искал со мной встречи. Но тебе не удастся уничтожить меня, ибо я бессмертен. Вот, взгляни на этот амулет и испытай его силу. О нет, этого не может быть. Как ты посмел явиться с ним ко мне? Я здесь по приказу твоего хозяина, который хочет забрать у тебя то, что принадлежит ему. Ах, глупец, у тебя все равно ничего не выйдет. Магия амулета сильна, но она не способна уничтожить меня до конца. Я уже чувствую, что его сила немного ослабла. И теперь... мне никто не помешает вновь скрыться от гнева темного бога. Ой, Боже, а, неважно. Ten, jak się nam udało zlokalizowaliśmy Felangora, który krył się tutaj pod postacią Felana. Felan, Felangor. I w dodatku... no, mówi, że, powiedział, że choć moc amuletu go osłabiła, to jednak nie było to wystarczające, żeby go zabić. I z tego powodu będziemy musieli znaleźć go jeszcze raz. No, przybrał postać Eleny przy nas, co jest absolutnym bugiem teraz w tym momencie. Nie powinno się coś takiego stać. Powinniśmy go... O, znalazłem pierścień, fajnie. Powinno się coś takiego stać dopiero, no wiecie, kiedy już odejdzie od nas. Co jest, czemu go nie... Teraz nie wiem, gdzie pierścień czy coś. Chyba musiałem go wziąć, dobra. A jak nie, to wrócimy i poszukamy jeszcze raz. Damy ten pierścień Ulfowi i na tym sobie skończymy odcinek. Ej! Это твое кольцо? О да, это оно! Благодарю тебя! Что бы я делал без твоей помощи? Вот, возьми в качестве моей благодарности этот эликсир жизни. Я понимаю, что этого мало, но это самое ценное, что у меня есть с собой. Dobra, Ulf darował nam w zamian za swój pierścień eliksir życia. Wypijemy go rzecz jasna od razu. Uważam, że to jest chyba najlepsza nagroda, jeśli chodzi o bonus, jaki można dostać od NPC, bo wiecie, chodzi mi tutaj oczywiście o fakt, że jest on najbardziej neutralny z wszystkich, bo jakbym dostał na przykład bonus do manę, to na co mi to grając najemnikiem? I tak dalej. Dobra, chciałem zapytać, co jeszcze, czy Rosko nie ma jakichś nowych opcji, ale wygląda na to, że nie. Jest już ciemno, a my zakończymy...